Друзья, наступающим вас. Я очень хотел бы, чтобы название канала «Киевская Русь» дала направление, в принципе, развитию нашей страны. Потому что тот период, который ассоциируется именно с этим названием «Киевская Русь», как раз вот показывал значимость нашей территории и вовлеченность ее в политические дела не только Европы, но и всего континента. Поэтому я хотел бы вот пожелать именно этого. А вот осуществится мое пожелание, в данном случае будет у нас и добро в семьях, здоровье и счастье.